Всем привет, с вами Нотик. Сегодня у нас в гостях игровой ноутбук средней ценовой категории с большим экраном MSI GL726QF. Он выполнен в черном качественном пластиковом корпусе, имеет хороший экран, игровую клавиатуру от фирмы SteelSeries и хорошую производительность. Рассмотрим ноутбук поближе. Здесь используется стандартная клавиатурка островного типа от известного производителя SteelSeries, что говорит о ее качестве, надежности и удобстве во время игровых сессий. Рабочая поверхность выполнена из матового гладкого пластика. Тачпад большой, имеет две педальки. Также на рабочую поверхность выведены кнопочки запуска кулер-буста, что раскручивает пропеллеры на 100%, запуска утилиты Gaming Center, в которой вы сможете ознакомиться с состоянием системы. Крышка ноутбука выполнена также из матового гладкого пластика, имеет фирменный логотип G-Series и компании MSI. В представленной модели установлен 17-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 и матовым покрытием. Он обладает довольно хорошими углами обзора, цветопередачей, а крышка открывается на довольно широкий угол. Акустическая система представлена в виде четырех стереодинамиков, установленных на передней панели ноутбука, а используется технология при этом на Himic Audio Enhancer. MSI GL72 имеет довольно богатый набор портов. Отдельно хочется отметить возможность подключения до двух внешних мониторов USB Type-C, а также раздельный аудиовход, что позволяет подключить качественную компьютерную гарнитуру. Габариты ноутбука довольно стандартны для 17-дюймовой модели, а вот на вес немножко повлияла качественная система охлаждения, и он слегка великоват. Конфигурация ноутбука может похвастаться мощным процессором Intel Core i7, 8 гигабайтами оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения, жестким диском на терабайт. При этом имеется слот расширения M2, куда вы сможете установить твердотельный накопитель. А за графику отвечает видеокарта GeForce GTX 960M, которая до сих пор сохраняет свою актуальность для современных видеоигр на средних настройках графики. По традиции мы провели ряд синтетических тестов, результаты которых вы можете видеть на экране, и убедиться в том, что ноутбук действительно справляется с большинством сложных приложений. Подводя итог, мы имеем довольно хороший игровой ноутбук за свои деньги. У него большой экран, качественный корпус и клавиатура. На нем можно поиграть в современные игрушки, правда, не на самых высоких настройках графики, и при этом поработать во всяких ресурсоемких приложениях благодаря процессору Intel Core i7. Стоит такой ноутбук порядка 65 тысяч рублей. Увидимся в Нотик. Всем пока!